Фото, хваточка! Это, фиксируй фото. Хваточка крутит, не сталкиваются собаки, правильно. Две пятимесячных, одна годовалая. Что западников не найдешь таких рабочих качеств. Вот мне, пожалуйста, ушли в поезд и сразу атаковать. Диплом второй степени твердо работает. Ничего, маленький смазывает, но ничего. Сейчас подойдет. Диплом есть. Твердо, твердо на второй степени, твердо работает. Схватки, а то еще вот двум и первым можно записать. Да, еще это медведь в тройке, да, диплом? А? Диплом медведь в тройке. Как понять? Ну не в паре, а в тройке. Не имеет значения один щенок. Какой, что его считать вообще, что его считать. Опа! Еще хваточка! Еще, пожалуйста! Но это сестра Макса. Не имеет значения, хваточка была, фиксируйте. И это у хрупкой девушки, такие рабочие качества. Хрупкая. Не то, что за лицо, а хрупкая. Унежная. У ювитерианца, между прочим. Не имеет значения. Ювитерианцы вообще собак не должны работать. Вообще не должны. Только они с них собак не работают. Не, подождите, подождите, пусть разлавится.